Отлично, ребята, спасибо. Тяжело им тут на солнышке? Ну, мы в тенечке стараемся. Педагоги со своими воспитанниками, детьми с заболеваниями опорно-двигательной системы вручают скворечник, сделанный своими руками. Главу округа сегодня пригласили на закрытие летнего лагеря. Все, это обязательно повесим в вашем парке. Игры на свежем воздухе, веселые старты, викторины. Вот так в лагере школы «Гармония» почти 3 недели отдыхали и поправляли здоровье 105 детей. Самое интересное, что в лагерь берем, раньше была какая-то тенденция, берем только тех детей, которые могут себя обслуживать. Сегодня в лагерь зачислены дети, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. То есть это и колясочники. Первый раз в этом году мы взяли детей с тяжелым нарушением развития. Ребят не только развлекают, но и приучают к труду. Здесь самое настоящее тепличное хозяйство. Огурцы, помидоры, баклажаны и разные ягоды. Все выращено руками педагогов и детей. Ничего себе, редиска какая-то отборная. А вот на грядке. Да, позади вас прям. И все, это все берем. Это у нас сейчас залетит во время обеда. Да. Без пестицидов. Химии. К слову о труде. Ученики этой школы не только обучаются, но и работают. По итогу получают настоящую специальность. Например, работник зеленого хозяйства. Школа «Гармония» – единственное образовательное учреждение в округе, имеющее лицензию на профессиональное обучение. Сначала мы вот это все оборудовали, когда дали нам 4 миллиона. Тогда современной школы мы выиграли грант. А потом, да, вот мы это все развивали. Целый год мы бились, но получили лицензию. В этот день никто без внимания не остался. Получить мороженое из рук главы округа в жаркий день стало для ребят приятным сюрпризом. А уже после, на совместном чаепитии, он вручил детям умные колонки. Директор школы признается, нет ничего более жизнеутверждающего, чем искренняя радость ее подопечных. Олеся Лукина, телекомпания «Одинцова».